Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вас научу, как рисовать на ваших клипах. Но даже если ты уже знаешь, как это делать, то досмотри видео до конца, чтобы узнать, как получить от меня лайк и хороший комментарий. А также я буду в каждом видео передавать приветы. В этом видео у меня получил привет Тина М. Привет, Кристина! А мы идем дальше. И те, кто еще не видел, как выглядит нарисованное видео, посмотрите пример. Нам понадобится лайк или ТикТок, который мы снимем видео, и приложение FlipaClip. Это приложение мне подсказала девочка Просто Мария. Спасибо тебе большое. Эта программа есть как и на Android, так и на iPhone. Ну что, давайте начнем. А перед этим подпишись на меня в YouTube, на меня в лайки и на меня в ТикТоке. А теперь можно начинать. Заходим в лайк, выбираем любимую музыку и снимаем видео с вот такими легкими движениями. Три, два, один. И сохраняем как частное. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в нашу программу, где мы будем монтировать. Нажимаем на плюсик и называем наш проект. Неважно, как мы его назовем. И выбираем кадры в секунду. Если у вас 12, то это значит, что мы разрисуем 12 кадров. И это будет 1 секунда видео. Можно взять 8 или 10, чтобы было меньше мороки. Я возьму 10. Нажимаем на галочку и создать проект. Теперь мы нажимаем на 3 точечки в верхнем правом углу. Нажимаем добавить видео. И выбираем наше видео. Мое видео загрузилось. Нажимаем на галочку и нажимаем импорт. Ребята, в этой программе можно всего лишь загрузить 6 секунд. А у меня видео больше, чем 6 секунд, поэтому я разделю свое видео и обработаю частями. Мое видео занимает 14 секунд, поэтому я его разделю пополам по 7 секунд. Не выходя из этой программы, я делю первую часть и импортирую. И начинаем рисовать. Сверху у нас панель инструментов. Нажимаем на ручку и выберем нам подходящий цвет. Дальше мы выберем толщину линии. И начинаем рисовать. Здесь я нарисую волны. Здесь слезы. А здесь кораблик.
Мы закончили рисовать, поэтому мы нажимаем на три точечки и сохраняем наше видео. Теперь таким же образом разрисуем вторую часть нашего видео. Он на катер. Катер в море. У Кати горе. Первый категории. От любви до ненависти. Спорим, спорим. Как от Монтенегро до Черногории. Пальчик вверх, потому что я очень старалась. А мы с вами увидимся в следующем.